О решаемых и пока еще не решенных проблемах отечественной медицины рассказала министр здравоохранения страны Вероника Скворцова. С докладом глава ведомства выступила на конгрессе, который стартовал в Москве. Мероприятие объединило ведущих ученых, экспертов, врачей из многих регионов страны, в том числе из Якутии. Российское здравоохранение сегодня. Проблемы и пути решения. Этой теме посвящен конгресс, который начал работу на ВДНХ в Москве. Вопросы сохранения здоровья людей, улучшения демографической ситуации заняли центральное место в повестке конгресса. С докладом о решаемых и нерешенных проблемах здравоохранения России выступила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Смысл всей нашей политики – это сбережение людей. Умножение человеческого капитала как главного богатства России. Сегодня можно уверенно сказать, что даже в условиях действия сложных социально-экономических факторов в системе здравоохранения удается добиваться позитивных изменений показателей здоровья населения. Это крупнейшее профессиональное мероприятие объединило на своих площадках большое количество участников, представителей профильных министерств и ведомств, ведущих ученых, экспертов, врачей из многих регионов страны. В работе конгресса приняла участие и делегация представителей здравоохранения Якутии. Сегодня наша республика представлена 10 докторами. В течение 3 дней наш конгресс будет проходить, и на всех этих площадках мы попытаемся активно участвовать. Но основное, конечно, попытаемся принять участие в круглых столах по решению вопросов кадровых проблем. Потому что я считаю, что для нас, для нашей республики, это очень актуальный вопрос. Предусмотрена насыщенная деловая программа. В ходе конгресса обсуждается широкий круг актуальных проблем здравоохранения. Вопросы профессиональных стандартов, системы допуска к профессии, клинических протоколов лечения и другие актуальные темы. Представители медицинского сообщества обмениваются накопленным опытом и передовыми практиками. Выработанные в ходе общения рекомендации в скором времени будут применены в системе здравоохранения страны. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НВК Саха, Москва.